меткости будет кап, я смогу наручи с меткостью поменять и одеть нормальное, которое с ребра. Да. Да. Подсторонней реальности. Да, тут, короче, с братанами встретился. Да вот и ну, блядь. Мне кажется, меня знают. Навали рыба, дам, ребят. Кого именно меня? Но это потому что ты на мне сейчас 12 стаков. Тыкайте на шкаф любой. Кто не в, кто в бою, кто не в бою. Обставишь. Верхний по. Кого там с ума? Спасибо, я с этой. А, ты ему. Эрма, а ты кем в рейде? Death itself. А у тебя что, два лока, что ли? Ну да. Охренеть. Я помню, просто мы 25 обычку или лока. Bad bro. Да-да-да-да-да. Ну да, кого еще сам? Я Гэндальфом был. Да, я помню. Да. Ну тут вы так сложилось то, что Италик. Он типа мой, но он не мой, короче. Пугарейди, короче, Италик и еще что. Да, чем мы там только не сроли. Печатку Валанара. Кольцо с да. Кораблей. Прилив не сролили. Ну да, та хуйня. Прилив зато на этом есть лодки. Дайте бог, пожалуйста. Пожалуйста, дайте бог по бог. Спасибо. Ай, отойдите от ледяной, Миликин. Стоите в ледяной. Очень больно бьет. Но имейте чуть терпение. Имейте, имейте, имейте. Она не будет по смерти. Ладно, я вареников на ножу пойду себе пока. Но сейчас меня надо будет хорошо хилить на круче. Жалкие создания! Жалкие создания! Не дайте! Умрите! Финкельштейну! Пустить меня! Добирай среднего Хризи, любого полководца. Рога, не надо напуливать. Бей лучше того полководца. Я прожался, но вы хильте. Чё одно потом выйдет? Афлик вообще... Сколько там ему хосты нужно? Ну, в идеале. Ой, Афлику был. Сколько ты спал? Порчи 4К. Блин, немноговато. Чё, чисто что порчу разогнать? Кто так и не спалил, что...
хуй на Т9. Я так хожу, танчу. Алагеровский, блядь. Ну, если честно, я шаманом хожу, мне шаманом тяжелее во тьме, чем в свету, ну, как бы там и там хилю. Глупый Крок, ты сам привел мне подкрепление. Восстаньте, чемпионы Серебряного Авангарда, и служите! Еще 400 это с зачаренной пикой или без зачаренной пикой? Это без зачаренного. Вот так, твой. Нападай, гроза, а то, что ты как... Сейчас я покажу господину, кто из нас да. может называться... Спасибо. Да. Не за что. Ну, вообще... У всех кастеров... Этого FB. Ну, который... А здесь говорят, что... В зависимости от крипа. Вести этот долг после капитан Арнольд кастует и кастует свой. Мы страшно сражались с плетью. Да благословит вас Может, я крыта мало в ней? Если крыта мало, то понятно. А причем крит и МП? И МП реген? А при том, что усовый реген идет от критических ударов. Так же, как и у Холи Приста, от критического отхива идет реген маны включается. Поэтому чем меньше усовый крита, тем круче она садится по мане. Секунду, Робич, релагается. Что, у нас рыбки вообще нету, блин. Каску ханту дайте. Сейчас дам. Махните лапку. Каска сними, я отсутствую. Смотри, как можно другому отсутствую, я лагаю сильно. Слева Хризи, Хризи, давай ты слева и справа. Толстого лови. Да, есть смысл, ты ее хилишь все это время. У нее ХП возрастает, и мы приближаемся к победе. Нету смысла, ты по мане быстрее сядешь. Да, точно.
В обычке быстрее появляются порталы, ну, первые, да, по времени, чем в Гере. Поэтому не сядет. Уже падает. Там вы найдете спасение, герои. Че, Белин в танке, что ли? Че у него так... Он еще и властель, да, врубил? Понятно. Подавители. Не, у тебя то есть просто смысл в этом. Как Вар умер? Это я что ли? Он всего лишь... Короче, ну явно не как герой. А ты где, справа или слева умер? А, справа. А, так ты под толстого полез. Понятно. Он... Бей в спину. Пошел, блядь. Валдерин, сбивайте Кас, пожалуйста, я Кас на язычье специально вешаю, чтобы вы успели. Вон слева здоровенный толстый засранец вышел. Всегда в спину, становись к таким, бей только в спину. Получается, ты засранец, а не он, так бьешь в спину. Будь мужиком, бей спереди, не слушай их. По поводу засранцы. ХП мало, мне кажется, слава. Ну ладно. А кто из хилов стоит? Чё ты стоишь в черной метке? Подавители, ребят, справа штука. По два каждый ворот. Путает СВК, наверное. Черная метка. Ребят, вы не тех бьете. Давление бейте. Странно, может. Родич, ты у нас топ-узер сегодня. Блин, нету шейки. А, нету шейки. После трэша мне надо будет сумануть, я шею возьму с меткости, чтоб прошу, вот три штучки. Я ФК где достаточно. 2 минуты. Я тоже по МВ чулок. Это твоя шея. Надо мою макарку с меткостью взять с банкой. Ну, более-менее. Так она и так должна была изначально. 90, правильно? Должны прорваться все на 8! Скорей! Остановите их! Сейчас будет дискотека где-то. Не, реально, а чё пилим в танке? Просто не понимаю. У него нет тут второго спека. Так ты что? Вроде. Ну, понятно. Я просто тоже...
Ой, мой эр. Сука, 15 умов. Шли мы на БГ вчера вечером с Калком. И я лет был на БГ. Несу я. Я один плохо слышу Бёрна, или все так? Все. Ладно, не буду говорить. Как можно быстро выключить? Это кнопка такая у меня справа. А просто не хочу. Я левый контрол диспель, не хочу на левую кнопку ставить, говорить. Вы не слышали, когда я диспель. Ты кричишь диспел, да? Не, клики будете слышать. Мы просто никогда не будем его слышать. Ну, так, наверное, перевод. Когда рейд просел, тебя надо сильно захилить, оно юзается вместе с крыльями обычно. И святую клятву тоже сразу жмешь, когда его жмешь. Оно, знаешь, как бы компенсирует минус от клятвы, пока она тикает, крылья и вот эта штука. Ну, если у тебя сет, конечно, собран. Хотя бы две штуки. А, ну тогда, ну, тогда его можешь юзать просто, когда по-моему начинаешь просыпать. Ну, а там бонус хороший, когда ты его прожимаешь, там у тебя отхил увеличивается на определенное время. Это нормально. Оно, по-моему, не работает. Там есть черта, после которой оно уже не минусует. Вот, не, там просто сама эта штука не работает в определенное время, ну, после определенного набора хосты. То есть она уже ничего не дает. Там фишка есть, поэтому у Холипавы берут только две шмотки с сета, а не четыре. Виталий, как ты сдох. Слав, смотри, где его труп, короче, аж на краю балкона. Он он хотел стену проломить, короче, но не вышло. Сейчас я рестну его. Не пуляйте, пожалуйста, второго дракона, я рестну его. Асперио, ты можешь отрубить свой аддон? Он ужасно засоряет чат. Крест, как это? Можешь отсутствует убрать? Я такого еще не видел. Виталий Кун реснулся, одел бату и улетел вверх. Охренеть. Убралось? Нет. Если не пошел. Сделай, короче, не беспокоить сначала. И потом у тебя уберется. Это было эпично, Виталий Кун. Короче, реально реснулся, прожал бабл и улетел вверх. Не, я так думал, чтобы не сдохнуть еще по пути, когда я буду бежать, поэтому, пожалуйста. Надо было потом. Слава, я бы тогда не умер. Не надо такой позор. Жаль, ты не записал. Не да надо позора. Асперио, как сможешь, выключай этот аддон долбанный, который в рейд спамит. Это бесит.
основе. Ну зачем? Слав, я портану сдал очень-очень быстро. Шейку возьму. У меня будет три шмотки фрост-резиста вместо двух. Двух достаточно, это же не герой, блин. Да, кажется, носишь. Там у меня еще и квик есть, но все равно. Вдруг Хризи умрет, а бойров не будет. Что поделать? Хризи не умрет, я ему каплю дам. Всякое может быть. Потом будут кричать, ты растащи или вылетит. Сейчас переодеваю шмот. Бахните кулак. Все, я готов. СС кому? Сейчас каски бахнут. Не, надо кому-то надо. Обязательно какой-нибудь долбоеб найдется. Гада. Пиздец, шею проебал, блядь. Что это вы кидаете? Зато СС, блядь. Застраховал. Я готов. Застрахуй, братуху, застрахуй. Пары крик на хп не забывает. Глупцы! Зачем вы сюда явились? Ледяные ветра Нордфола унесут ваши души! Трепещите, смертные! Ибо ваша жалкая магия теперь бессильна! На соп, ты ж помнишь, что надо этот прожать клыков шару, когда будет до хера стака? Уже 17. А чё, Варк, вы делаешь? Копейки! А чё ты под дыхание не бегала? Вот два пропустила сейчас. Как-то активнее. Ваше вторжение не окончится! Никто не уцелеет! Я поймаю тогда босса, да. Вот от глыбы сдерживания дамаг уберет? Нет. Раньше убирала, говорят, сейчас. ЖК! У меня сейчас глыба умрет. Агро. Забрал. Но сдерживание спасает от эфира, который дает дракончик. Беги, второй. Малышка, беги! Кроме иния. Пропусти его дыхание, имплантация. Только что было. Еще два дыхания поймали.
ибо ваша жалкая магия здесь, ваше вторжение не окончится! Никто не уцелеет! Хризи, я поймаю тогда, дадите на пол. Так он в Гойде. Ага. Я поймаю. Ну, я нормально поймаю. Блядь. Какой бы там не сработал. В глыбу идите. Так и сниму. Поверните синдром на рейд. Чё у нас стоит, жопа откидывает. Блять, не скинул стаки, ну пипец. Кризи, прожмись. Кризи, уйдите прожмись. Под синдром. Я в рюкзаке, да только вина за пушком. Все забирает. Беги, малышка, беги! Бляха, ну зачем забирать, когда на притяжку? Чувствуй, трепещите, смертные! Вот. Милики решили склепы побить, блять, им делать нехуй. Имплантация сделала квест? Имплантация? Молодец, вы молодец. Что он напишет. Хочешь, я и потанчу, и по дисплею. Мне это радость будет.
Ну смотри, у нас стан не вкачан, если что. Хорошо, треугольник. Это вторая или третья по счету, я забыл. По-моему, третья. Да, запускай. Я тут печку топлю. Обновите крест по хантам. И тут начинаем. Мне бросить ледяную скорбь и сдаться на твою милость, Фордри. Сколько там минут до пула? 30 секунд. Быстрее, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и покупил тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам. Не, нахуй, не давай. А, кстати, Слав, я ему тоже как-то дал мут, он музыку включил, и все равно было слышно. В атаку! Я оставлю тебя в живых, чтобы ты увидел финал. Рассоситесь, вы близко очень стоите, РДД, милики. А чем чуму диспелить? Вот Рус звонит. Я проморожу вас насквозь, и вы разлетитесь на ледяные осколки. Учитесь, весь трэш на террасе. Значит, надо трэш. Чума есть. Не, ну да, ты шпешки пейте, лича я вас захилю. Уже умерли, смотри. Там прям в зиме стойте. Да уже забили их. Уже нету их. Нормально все, не переживай. Вот, уже умер, считай, Шарка. Я отхожу. Все, видите, все хорошо. Давай, я забираю последний. Бляха, не рвите агрону, ёбаный. Пул просто дали Хризи. Сава, спасибо. А пул просто Хризи весь отдали на него. Уходи. КД стан, бляха, 20 секунд шарту давал. Хорошо, потом я. Я на краю, нет, не знал. Все, сдал гнев.
малышка, беги! Жок, жок, жок. Айзи. Дайте энергию, пожалуйста. Кризи. Сквернение только вынесите, ребят. Кому инер, ник-то скажите. Печал, пищу. Я проморожу вас насквозь. И вы разлетитесь на ледяные осколки. Дайте им на ману кто-то. Да вроде ничего не снимал. А, да, ДБМ у меня включил. Комнаты нету, комнаты нету. Еще забирай Хризи. Последнего я. Только, блин, не порви тебя в грудь, чтоб не убил Рэй. На тебе бог демон. У нас КД на Геру спадает через 10 секунд. Это заклинание еще не готово. Ледяная скорбь, повинуйся мне! Просто любят помогать в центре стоять. Мне неудобно, когда кто-то в центре, они с меня слетают. Суицидник ебаный, блядь. Ой, танка уходит. Охуенный протопал у нас. Да. А чё, вот от этого тоже не спасет, наверное? Сдерживание. Что движет вами? Праведность? Не знаю. Ты отлично их обучил, Фордринг. Ты привел сюда лучших воинов, которых знал мир, и отдал их в мои руки, как я и рассчитывал. Тебя следует наградить за этот невольный подарок. Смотри, как я буду воскрешать их и превращать воинов в плети. Они повергнут этот мир в пучину хаоса. Азерот падет от их рук. И ты станешь первой жертвой. Мне по душе эта ирония. Свет,
Даруй мне последнее благословение. Дай мне силу разбить. Че, всего две розки было? А, мясо в субботу ведь не было, блин. Твоя ненависть не заберет больше ни одной жизни. Ну такое. Наконец я свободен. Все кончено, сын мой. Настал час расплаты. Поднимитесь, воины. Нет, давай лучше разумочку. Локом пойду. Жек, я тебе куда? Ну, пиздец. Два завоевать. Войд, накинешь по мне? Мне просто уехать надо сейчас. На фламбу. На фламбу. Где портал? Портал где? Я тоже на успех рулю. О, спасибо. Славик. Ты играл с товаром? И чё там, спектр не меняется, ничего, да? Ну вот я наручу забрал с Мора, сейчас фуловый хостовик. Ну попробуй, это стоит все равно. Сколько хосты на... Не помнишь? Там это, пусть маг Холи Кресту арку передаст. Йоу, да. Ну вообще, блядь, файер. Ты ему вообще не катки. Ты будешь Эроску собирать обычку? Не, так-то будешь или нет?